Четвероклассница Ирина Савельева занимается вокалом. Вместе с музыкальным коллективом шоу-группой «Класс» выступает на всех городских праздниках, а под Новый год мечтает о чуде для себя и близких. Мне нравится песня «Ангел». Она о Новом годе. Я загадала для своей семьи счастье, благополучие, чтобы все их мечты сбывались. А свое желание я не скажу. Я боюсь, что не сбудется. Ян Игнатьев учится в гимназии «Перспектива» и уже 7-й год играет в КВН. В этом году его команда «Перспективочка» одержала долгожданную победу. Получила титул чемпиона телевизионного шоу «КВН «Дети-2023». Это была большая победа как для нашей команды, так и для всей гимназии. Нас там очень много поздравляли, и именно по этой причине нас сюда позвали. Заслуженные награды, самые активные школьники Самары, отличники, победители олимпиад и всевозможных конкурсов собрались в Театре оперы и балета. Там прошло праздничное мероприятие, организованное администрацией города Самара. На городскую елку были приглашены и дети, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня на елке присутствуют те дети, которые проявили себя не только в учении. Это, может быть, какие-то мероприятия, связанные с общешкольными праздниками, с участием в движении первых. Очень важно увидеть этих детей, поощрить этих детей, показать, что их заметили, что город гордится такими детьми, потому что это наше будущее, это наше подрастающее поколение. Главная елка Самары объединяет самых активных вот уже более 15 лет. Сначала участников праздника ждали конкурсы в фойе с Дедом Морозом и сказочными персонажами, а затем ребята увидели самый новогодний балет «Щелкунчик». В завершение праздника участникам вручили сладкие подарки. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.